Два голкипера, которые немного похожи друг на друга. Георгий Шелли и Георгий Лория. Причем не только стилистически, но и внешне. И 1-0. Вот так начинается эта игра. 91 номер. Павел Яковлев первым же своим по-настоящему заметным касанием отправляет мяч в ворота одного из Георгий. В данном случае Георгий Шелли. Стадион сразу же в полном восторге взрывается победным гулом, победным криком и овацией. Но давайте смотреть, все-таки в этом забитом мяче поучаствовал и голкипер. Это он бросил мяч налево, после чего шикарную передачу выдал капитан команды Иван Таранов. Так что если выражаться хоккейной терминологией, то Георгий Лория вполне может записывать на свой счет голевую передача. Ну и Иван Таранов в данном случае уже только футбольное руководство записывает ее на свой счет. Как-то странно сыграл здесь центральный защитник. Как будто бы не ожидал, что рядом есть Яковлев. И экс-спартаковец выскочил из глубины и одним касанием переиграл Георгий Шелли. 1-0. Ранний гол, как правило, раскрывает некоторые тонкости атакующей игры команды, которая пропустила, потому что все-таки им нужно раскрываться, идти вперед, и уфимцам необходимо победить.